Я как неотъемлемая часть технического состава вместе со своими товарищами готовим вертолет к выполнению боевой задачи. Наши обязанности входят подготовка вертолета Ми-28 к полету, это заправка вертолета, зарядка вертолета в зависимости от целей, от целей боевой задачи. Неотъемлемым слагаемым при выполнении боевой задачи является именно работа инженерно-технического состава, так как вертолет может полететь только если выполнена его качественная подготовка к полету. Вертолет полностью заряжен, вертолет заправлен, вертолет устранены все неисправности. Это наши тяжелые пути. ВСУ практически с самого начала, за то время, пока я нахожусь в специальной военной операции, мы застали как и такую интенсивность, что приходится и ночами работать, прилечь на часик, а потом снова уже выполнять свои специальные обязанности. Как и когда погоды нету, полета может не быть, но ты все равно должен работать на вертолете. Потому что техника дело такое, что она всегда требует за собой ухода, чтобы быть всегда исправным, готовым. Я думаю, что мы достигнем своих целей. За ценой не постоим, а достигнем их все. Друзья, близко, всем привет. Я здесь, скоро вернусь.